матч на футбольном поле «Динамо». Весь матч транслировался по радио на весь мир. И тем самым... помог команде, и соперникам теперь сложнее справиться с россиянами. Малкин также отметил, что сейчас команда готовится к сложному полуфиналу. Завтра сборную России ждут финны. Серьезный соперник, действующие чемпионы мира, которые будут играть на домашнем льду. Однако, по словам Малкина, россияне знают, что ожидать от сборной Суоми. Игра начнется. Ну пройдись по улице, тогда я не тороплюсь. Иди. О, нифига. А ты до труды дойдешь? До труда. Ё-моё! Ни хрена себе! Нет, не было никаких подарков, потому что, ну, на самом деле, Япония только приходила. Не то чтобы традиция, Япония только приходила. Никто не делал, ну, просто никто не даже в голову не могло прийти для того, что существует. Фестиваль возвращается. Охереть. Thank you.
ключи. Вот я же говорю, сидите дома, девчонка, по-моему. Девчонка, да. Но сотрудники МВД задерживать его не стали. Во как свалился. Да. Что да. Такое? Хер его знает, что-то приморозился. А там впереди же. Ну так впереди это же. Давай. Блядь! Ну ты видишь. Ну ты представляешь. Это пиздец. Вот, блядь. Да нет, зачем у нас на своей ехать я лучше. Ох, блядь. Ёлки-палки. Ох, блядь. Поход делать что-то не устроено. Ой, сейчас он убьет его. Венер, отойди. Reportagem sendo centro de Vitória antes das 7 horas com sentido a Vila. Ou seja, o Xalar, depois de mais de 3 horas de engarrafamento, é que a gente finalmente.